Сегодня, когда вы будете исполнять, чтобы вы попробовали поработать немножко с большим пространством, потому что эта пьеса написана очень большими аккордами, большими, ну, начиная с 4 октав, да, это измерение вертикали очень дающее большую перспективу звучания, оно не всегда вами учитывается, то есть вы как бы не с этим слуха мало оперируете во время игры. Шопен вообще такой короткие пьесы пишет, но на покрывающем очень большое пространство. И вообще он жил в огромном городе. Это, наверное, самая эта жизнь в большом городе. Это ощущение паузы. Устраивать аккорд, но все это немножко слишком в коробочке, слишком в просто в закрытом помещении. Пытайтесь сначала. Потом...
время занимает поднять голову. Сыграйте отсюда.
на педаль. Снять, педаль потом нажимаем. Нажмем сначала педаль. Гармонизм и хроматика с ними пока.
иначе они звучат как один звук. Ведь педаль, кроме всего прочего, она еще все нивелирует. Это бывает очень уместно, помогает ровности игры, но сглаживает и необходимые шероховатости. Например, здесь, да? Вот нельзя ухом не споткнуться об эту смену сначала. До бемоль меняется на си бекам, потом си бемоль на ля диез. Дальше. Ля бемоль на соль диез. И, наконец, соль диез возвращается к ля бемоль. Да? Тут в пору романа писать, сколько все происходит. Да? А педаль это все закрывает. Послушайте. Дуга локтем, как раз без акцента. Нет. Вот это. И сразу всю группу нот нужно. Не только дойти до сюда, а потом перестраивать. Нет, про позиции сразу. Thank you.
на этой шестой ступени. Ля. Вот. Нет, уже без акцента. Вот тогда страшно. Вибрация.
не до конца поднимать клавишу и педаль, конечно, не жать. Вот, видите, половинка.
последовательно записанный, а такими клочками тоже, да? Меняется этот звук, а этот остается упорно на... Да, поэтому лучше так. А потом, наконец, уже в быстром темпе, в 3 раза быстрее. Понимаете? Второй раз перед этим, конечно, нужно дыхание. Потому что нужно... И больше времени вот эта вилочка, она прежде всего означает огонь, время, расширение его. Та-та-там. Речитатив, да, а не акцент. Смыкается, что здесь этот круг. Еще раз.